Я Панченко Николай. Вергун Денис. Саня Дмитрий. Перед всемогущим Богом. Перед всемогущим Богом. И перед святым Его Евангелием. И перед святым Его Евангелием. И Христовым, животворящим Христом. И Христом, животворящим Христом. Обещаю. Обещаю. Верой и правдой служить Отечеству. Верой и правдой служить Отечеству. Церкви православной. Церкви православной. И кубанскому казачеству. И кубанскому казачеству. Свято хранить казачьи традиции. Свято хранить казачьи традиции. Обычаи и защищать их. Обычаи и защищать их. Не щадя жизни своей. Не щадя жизни своей. Крепить единство кубанского казачьего войска. Крепить единство кубанского казачьего войска. Не за страх. Не за страх. А по совести. А по совести. Выполнять возложенные на меня обязанности. Выполнять возложенные на меня обязанности. Подчиняясь законной власти. Подчиняясь законной власти. Атаману. Атаману. Священноначальнику. Священноначальнику. Отданные мне права и власть. Отданные мне права и власть. Не употреблять во зло. Не употреблять во зло. Боже милосердный. Боже милосердный. Будьте помощником. Будь. И заступником. И заступником. Внесение служения моего. Внесение служения моего. Аминь. Аминь. Я хочу пожелать вам прежде всего и всегда хранить не только в душе веру православной, а быть православным. Казачество – это не просто слова. Этим надо жить. Божьей вам помощи, духовной вам крепости и быть добром. Мы знаем, что на полях сражения сегодня отдают свои жизни наши кубанские казаки. Они выполняют свою присягу. Но это сегодня можно достичь только тем путем, если мы действительно полюбим Христа и поверим в собственное бессмертие. Если человек умирает не просто ради смерти, а ради жизни, что помни слова «нет больше той любви, ежели кто положит жизнь свою за други своя», тем самым он спасает свою душу для вечности. Вот с этим шел русский солдат, и с этим всегда шел на сражение наш казак. Я хочу еще раз пожелать вам всем мира и напомнить слова, которые уже сегодня прозвучали. Слова, которые произнес святитель Филарет Ростов. Своих личных врагов люби, врагами Божьими гнушайся, врагов Отечества бей. Вот что и делают сегодня наши воины на полях сражений. Любят своих домашних или оставшихся здесь. Даже те, кто желает им зла, а с врагами сражаются беспощадно. Храни вас всех Христос с праздником, и пусть Бог милосердия и любви всегда пребывает с вами. Христос посреди нас есть и будет!